Подрастают мои малыши. Ну, это не малыши, конечно, это зимованные саженцы. Это то, что осталось с весенних продаж. Пересадила контейнер побольше. Резала же не очень низко на продажу. Вот сейчас буду убирать макушки, верхушечки вот так вот. Формировать их пониже. Более правильно. Здесь тоже макушечку беру. Будет красивое разветвление. Ровное, все как я люблю. Вот такие подрастают. А вот смотрите, фантом. Обрезка на одну почку. Такие будут три мощные ветки, но очень быстро растет, очень быстро этот литр заполнит. Вот такие вот ровные побеги будут расти. А вот бобо это такие саженцы, которые на доращивание мне были. То есть, ну, слабенькие. Вот это тоже, конечно, очень длинная ветка. Я прям срежу. Вот прям посюда. Сейчас этим займемся. Ну и последняя диамантина покажу. Вот мне не нравятся вот эти веточки. То, что выросло из почек, я тоже это все удалю, чтобы была красивая форма, чтобы все смотрели в разные стороны побеги. Вот это сейчас вот так вот раз. И откушу.